9 ноября 1888 года. В соответствии с моими делами я известен. Известен как Женя. Подлый Женя. Женя Косой. В соответствии с моими делами я известен. И мои дела действительно кровавые. Я собрал их всех в свое сердце. Мэри Энн Ночелс, Энни Чапман, Элизабет Стрит, Кэтрин Эдуэйс, Мэри Келли. И любил их, верно любил их всех. Но бессмертная энергия, что я искал в пределах границ их тел, все еще бьющийся орган души, не был найден. Ритуал ножа был напрасен. Я лишен, и должен поэтому исполнить тот проклятый ритуал на себе непосредственно. Задержи вашу руку, Женя. Как вы нашли это место? Кто вы? Имя мое – Легион, поскольку мы множество. Безмерная энергия, которую вы ищете, существует. Она действительно лежит в пределах души, но только в некоторых из них – темных душах. Мой бог! Кто вы? Что вы можете производить такие вещи из простого воздуха? Просто исследование, хуже помогало. Что вы хотите от меня? Вы архитектор? Да. Тогда я бы сделал так, чтобы вы построили собор Боли. Место, где вы и я, и другие вроде нас, смогут собираться вместе. Место убежища для всех уникальных и неправильных столкновений индивидуумов, которые будут следовать за вами, как во время приближения Армагеддона. И в сердце убежища мы будем строить большой темный двигатель, питающийся душами. И мы будем использовать их энергию, чтобы создавать бессмертную армию, чтобы наказывать и чистить этот жалкий мир. И где я мог бы построить этот ваш собор? За завесой, в темноте. Среди беспокойных душ тех, кто ищет вне. В месте, известном как Мертвый край. Тогда, если я должен присоединиться к вам, я должен умереть. Это пророчество. Мы не можем терпеть неудачу, поскольку мы многие. Поскольку мы многие! Аминь. Тьма прибывает. Какие проблемы, Наташа? У меня был сон. Действительно дурной сон. Сон мертвого края. Эти пятеро здесь, Геральда Апокалипсиса. Папка Дьякона подтверждает все, чего я боялась. Конец приближается, Человек-тень. Древнее пророчество говорит о возвращении большого зла в мертвый край. Ужасные силы, собирающие темные души к ее еще более темному сердцу и использующие их энергию для перехода в этот мир и вызова апокалипсиса. Я должен остановить это зло от призывания конца всего. Только вы можете сделать это, Человек-тень. Вы ходок между мирами. Я не могу идти в мертвый край, и Дантис тоже бесполезен в обоих мирах. Вы единственный, кто может сделать что-нибудь с этим. Это когда-то было. Но вы никогда не видели что-нибудь вроде этого зла. Она настолько сильна, что даже древние защитники темных душ не смогли уничтожить его. Они могли только выслать его из мертвого края. Они знали, что оно вернется однажды, следовательно, оставили пророчество о его возвращении. Сила древних почти вся ушла, и темные души, которых желает зло, не защищены. Что вы должны сделать, Человек-тень? Пойти в мертвый край и вернуть темные души. Возьмите их под вашу собственную защиту, прежде чем зло приобретет их к своему ужасному сердцу. Хорошо, тогда скажите мне прямо, если я не верну эти темные души, тогда придет конец света, я прав? Это так. Дерьмо. Смотри, я должна идти, мне есть ради чего идти. Возьмите папку Дьякона и встретите меня на рассвете в церкви на холме.
Я сохраню ваши вещи для вас. Я ненавижу это дерьмо, как пешка в планах Наташки. Она перемещает меня таинственными способами, и, брат, она действительно перемещает меня. Не могу ничего поделать с этим с тех пор, как она вплела мои ребра в маску теней. Я не получил ничего, но потерял многое. Это моя ошибка, смерть Лёвы и мамы, и папы тоже. Я заслужил все, что получаю. Каждую плохую вещь, которая встречается на моем пути. Не может жить, не может умереть. Мертвый край подходит для меня. Место нигде. Жопа вселенной.